Она активный участник международных и всероссийских выставок, творческий, интенсивно работающий художник. Своим любимым делом Ольга Луцко начала заниматься несколько десятков лет назад и с удовольствием продолжает следовать выбранному пути по сей день. Свою персональную выставку «Наедине с акварелью» приурочила к собственному 55-летию, на открытие которой собрались все друзья и поклонницы художницы. В ее работах мы видим и Приполярный Урал, и Салехард, мы видим храмы Центральной России, красоту российского севера. То есть практически все, где побывала Ольга Витальевна Луцко, отражено на этой выставке. Ее произведения вошли в собрание государственных художественных музеев и галерей Кирова, Ханты-Мансийска, Кунгура, Кургана, а также частные коллекции в России и за рубежом. С одной стороны, она хрупкая женщина, очень красивая, хрупкая, маленькая женщина. С другой стороны, вот в ее акварели чувствуется твердость руки, широкий такой размах, такая свобода, которая присуща акварелисту. Все творения художницы выполнены в технике акварели по-сырому, и в каждой из которых Ольга Луцко постаралась выразить свою любовь к России с ее богатой культурой и историей. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».